Страшная авария произошла сегодня на трассе Новороссийск-Порт-Кавказ. В половине 10 утра в Анапе, недалеко от поворота в аэропорт, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 5 человек, а один с тяжелой травмой ноги доставлен в больницу. На этом видео с авторегистратора одного из очевидцев видно, что водитель, управляющий автомобилем Mazda, задолго до аварии совершил ряд серьезных нарушений правил дорожного движения, не раз выезжая на встречную полосу движения и островки безопасности. Далее за поворотом в село Витязево, выехав на встречную полосу, произошло столкновение Mazda с ВАЗ-2106. Иномарка пострадала по сравнению с ВАЗом незначительно, равно как и водитель. С открытым переломом берцовой кости девушка доставлена в больницу. Водитель и пассажиры шестерки от удара погибли на месте. Полиция устанавливает причину, по которой водитель иномарки не вернулась на свою полосу движения по завершении обгона. По данному ДТП ведется проверка. Причины, послужившие дорожно-транспортному происшествию, устанавливаются. Тело спасателям пришлось извлекать при помощи специального оборудования. Причина аварии, как всегда, пренебрежение правилами дорожного движения, которые, как известно, написаны кровью жертв ДТП.